За раскопки накажут. Ресурсоснабжающие организации не соблюдают требования администрации округа при выполнении ремонта на сетях. За ходом работ следят сотрудники муниципальной милиции. Нарушение правил грозит юридическим лицам внушительным штрафом. На проспекте Гагарина с конца прошлой недели зияют дыры в асфальте. Это предприятие «Теплоэнергетик» и МРСК «Урала» ведут ремонтные работы. У муниципальных милиционеров назрел ряд претензий к подрядчикам. Согласно отведенным срокам, на месте раскопок уже должен лежать ровный асфальт. К тому же, эта канава должна быть отчетливо видна в любое время суток. По ее периметру не хватает аварийных фонарей и усиленных ограждений. За невыполнение правил земляных работ данным организациям первоначально мы выписываем предписание на исправление всех допущенных нарушений. А при невыполнении этих нарушений будет выписан протокол, и на основании его комиссии по административным правонарушениям будет выписан штраф. Качество и сроки исполнения работ на сетях управление муниципальной милиции отслеживает регулярно. Ведомство и создано для того, чтобы городские улицы своевременно благоустраивались.